Здравствуйте, я Ксения Собчак. А я Ксения Бородина. И это телепроект «Дом-2», где одинокие сердца ищут друг друга. Основной вопрос, который нас сегодня волнует, захотят ли Степа и Айгюль претендовать на пятизвездочный домик. У ребят было достаточно времени для того, чтобы проверить отношения. Пора вступать в борьбу за любовь. И тут возникает второй вопрос. Кто из пар согласится уступить влюбленным свое жилье? Настя Дашко временно живет в домике одна. Но противостоять Насте может только очень смелый человек. Хватит ли у Степана на это мужества? Наступил 623-й день нашей телестройки. Вчера Инга встречалась с молодым человеком, который понравился ей и Алене на кастинге несколько дней назад. Но Инге так и не удалось добиться от Антона признания, кто из двух девушек ему симпатичнее. И он обещал сказать это, когда придет на наш проект. Мнения ребят о ее поступке разделились. Друзья Алены Водонаевой назвали Ингу предательницей, поскольку она ездила на встречу в отсутствии Алены. Дмитрий Москва не стал осуждать Ингу, поскольку сейчас его гораздо больше волнует Аня Бузова, которая не отвечает взаимностью на его ухаживание. Аня не скрывает, что ей больше нравится Степан Менщиков, и вчера она пригласила его на свидание. Степан согласился поехать с ней при условии, что их свидание будет дружеским. Айгюль не стала удерживать своего молодого человека, хотя эта ситуация ее сильно расстроила. Чем я на постель там все? Давай убирай, чего ты одна единственная не убрала постель? Не я, только вон Инга и чё? Ну, ты за себя отвечай. Ну тогда не надо меня хаять. Ты что на меня наезжаешь? Так кто на тебя наезжает? Это твоя рубашка, кстати. А почему она здесь-то висит? Потому что я ее погладила вчера, думала, ты ее оденешь. Не, пусть она там тебе висит. Тебе приготовила, а? Пусть там висит. Мне не верится, девочки. Представьте, завтра я уже не буду с вами. Если нас заселят, конечно. Да? Я так думаю. Если нас заселят, тогда я уже с вами не буду. Стёп, у меня к тебе вопрос. Давай. Ты хочешь претендовать на вип-домик? Сегодня? Да. Нет. Почему? Холодно очень. Вчера говорил. Только из-за этого? Да. Там в такой мороз на улице. Хочешь, вы претендовать. Ну при чем тут холодно, не холодно? Потому что в домике холодно очень тоже. Ты заболеть хочешь? Нет. Тогда хорошо, будем претендовать. Хочешь претендовать? Будем претендовать. Нет, я уже не хочу. Нет, что значит не хочешь? Ты хочешь, потому что значит, я хотела, и мне. Я подумала, что там так холодно, что там морозильник, реально, я тебе сходи, говорю, я заходила, когда было минус 15. Сходи к ребятам, да. Ну, узнай у них, холодно когда ли в доме было без 15, нет. Минус 15, я заходила, там они, вообще невозможно было находиться, а сейчас же вообще мороз. Блин, а там как, течет вода и не спускается опять? Да. Че, неужели где-то, где стек замерзло? У меня муж замерзло, думаю. Или, ну, засор нет, потому что вчера... спустилась через 2 часа. Значит, отмерзла. Я не знаю. Пусть придет сантехник посмотрит. У меня ноги замерзли вообще. Ну а что ты ходишь в носках? Не, я просто насчет того, что в домике у меня ноги в клочья замерзли. Ну что теперь делать? В доме теплее. В том? Да. Не знаю, я из-за этого не собираюсь отсюда выезжать. Что, будешь в дубаке жить? Да. Фак. Вот. Вообще. Видишь, как я в тебя влюблена? Ты без меня не можешь прожить и дня одного. А, руки холодные. Ты смотри, как он на меня наезжает. Кто это? Одна... Зайди, и все, и все тебе станет ясно. Нет, я говорю, как он на меня наезжает? Ты одна, год не убрала постель. Такой умный вообще. Такие наезды еще, ни хрена себе. Как будто я его жена, блин. Ничего, хочешь быть? А? Терпи. Хочешь не надо быть? На меня так наезжать. Я долго терпеть это не смогу. Ну, я вижу, что... Русское свидание дается, что после него иногда приезжают такие, говорят, мы друзьями остаемся. Угу. Но это, наверное, так и нужно здесь делать, что обязательно надо ехать. Да не обязательно, почему это инициатива каждого? Ну, может быть, ты с кем ездила, с Италией? Я с Аленкой 2 раза ездил. С Аленой? Да.
Понравилось. А мы в кино ездили. В кино? Целовались? Места для поцелуев? Ну, конечно. А еще у камер не было в кино? Это не было свидания. Я знаю, что вы делали. Что мы делали? Уйти. Я догадываюсь. Да. Если камер не было. А, в кинотеатре ты что? Я очень на этот счет. Такой для меня поцелуй должен быть. Или в крайнем случае по пьянке, когда не понимаешь, что делаешь. Или если трезвый, то обязательно так. По симпатии. По симпатии огромной. Подожди, сейчас прийти. Тебе, главное, симпатично. Симпатично? Значит? Если у тебя спрошу, ты считаешь ее красивой? Нет. Нет? Нет, ну я не отрицаю, что, блин, ну нельзя же сказать, это же будет гон, если ты скажешь, например, там, не симпатично совсем. Зачем врать? Нет, симпатичная, но она некрасивая. Некрасивая? Я не видела, может, она сейчас приедет, там, зубами их красивая, может, она красивая. А что, из-за зубов все, что ли? Ну, зубы, у нее прям... Блин, что такое, а? Если сегодня не примут меры по утеплению вип-домиков, я думаю, что сегодня все от них откажутся. Вова. Степа с Айгуль будет заселяться в три домика. Может быть. Степочка, мы едем на свидание? Я не знаю. Поедете, конечно, поедете. Не приглашаешь? Не знаю. Давай. Да обратно. Аня хочет на свидание скорее со мной. Ты видишь, какая она что? Что? Я знала. Ты что, не знала, что ли? Это же на Вову вчера сказала. А, я же не была. А, тебя же не было, да. Она пригласила на дружеское Москва зло. Вообще. Я не знаю, может, не знала, но я с тобой тоже не думаю. А я с тобой стою на дружеское. Рома, Оля, я на ее просто. Пускай едет. Я ее... Я ее так не оставлю. Я очень хочу свидания, я жду его с нетерпением. Если тебе задать вопрос, Степа, у меня есть шанс. Ты мне реально нравишься. Ну а что, я зачем буду обманывать? Конечно, есть. Что? Сегодня у нас мороз, поэтому мы решили что сделать? Мы решили превратиться в моржей, поэтому сегодня мы идем все без курток. Никакие теплые вещи не одеваем. Так просто в летних свитерочках идем куда? На кухню! Совершенно верно! Работаем! А что делать на кухне? Что делаем на кухне? Убираемся, берем тряпочки. Какие картишки? Я сейчас я вам устрою картишки. Я тебе сейчас в нардишке дам. Все, работаем. Как дела? Нормальненько. Ты что-то какая-то грустная. Заболела чуть-чуть. Ну, ты себя достаточно хорошо чувствуешь, чтобы поехать на свидание со Степой сегодня? Я надеюсь, что у меня все пройдет. Ты вот в предвкушении этого события? Ну, наверное, да. Мне очень такое состояние непонятное. То я думаю, что ему нравлюсь, то моментом понимаю, что ничего не будет. И в какие моменты ты понимаешь, что ничего? Ну, вот, допустим, Настя, да, Дашко мне сказала, что он меня вообще не воспринимает как женщину, как девушку. Ну, может быть, она это тебе специально говорит? Нет, я думаю, вряд ли она специально говорит. Она как бы с Айгюль не очень хорошими подругами. Так что, я думаю, ей нет смысла. Ну, ведь, может быть, что человек в один момент не воспринимает тебя как девушку, а в другой момент в тебя влюбляется по уши. И я очень хочу свидания, я жду его с нетерпением. А как Айгюль с тобой общается? Вот после нашего конфликта я вообще с ним не общалась. А тут вот я заболела, да, чуть-чуть, и она проявляет какую-то заботу, внимание, ласку. Может, это специально она делает для того, чтобы Степа увидел, что она не ревнует, а даже наоборот относится к тебе, может, как к младшей жене в гареме? Может быть. Я вот до сих пор не разобралась. Либо она умная, да, и просчитывает ходы, либо она мудрость, ей присутствует, либо она настолько глупая и вот прям такая вот, ух, открытая. Ну, ты как думаешь? Я думаю, что она не умная, не мудрая женщина. Я так думаю. Думаешь, что она это просто делает вот по своей наивности и глупости? Я думаю, что так. Наверное, да. Ты бы на ее месте как себя вела?
Ну, я бы не показала ревности ни в коем случае. Не стала. Но она тоже старается не показывать. Она, понимаешь, вот этот поступок, да, то, что она в Москве рассказала, там побежала, это, ну, это сразу выдает все карты на стол. Ну, ты бы смогла так вот заботиться о своей сопернице, когда она заболела? Нет, конечно. Ты бы этого не сделала? Я бы такого никогда не сделала. Да, да, конечно. Дрюнь, давай убираться, убираться. Холодильник. Что нужно делать с холодильником? Прибраться в холодильнике. Давай, все вот это все убираем. Давай, давай. Все убираем, начинаем, Андрей. Ящики мои. Вова, что мы делаем? Мы берем ведро, наливаем туда воды. Слышишь? А что, я что ли? Да, ты, Вова. Вова, ты. Я иду, беру ведро. Быстро ведро. А где ведро? Где? Накрой ее. Давай ее накроем. Накройся. Ты, я ей говорю, она вообще упрямая. Ей вообще ее слушать не стоит, я смотрю. Не то, что там ей 17-18 лет, дело не в этом. Накройся, когда я баба грелка, грелка лучше ничего не бывает. Животик согревается, никакой не стоит. Нет, вот это нельзя, когда живот болит, грелки никакие нельзя. Меня просто конечно спасала всегда грелка. Да мне не холодно, ребят, все нормально. Принеси за нее. У тебя что, плачешь? Настолько сильно болит? Ань. Болит? Аня? Степик, Аня сегодня уже несколько раз спрашивала, когда же я поеду на свидание со Степой. Ты какие испытываешь при этом эмоции, чувства? Не, ну, конечно, свидания? Любому человеку приятного внимания другого человека. А как ты вообще на него позитивно согласился? Ну, это дружеское же свидание. Я понимаю, что человек на самом деле изначально ехал ко мне. И как бы не уделить ей внимания было бы некрасиво. Благо, Айгуль понимает эту ситуацию. Айгуль не очень это понимает. Она очень сильно ревнует. И на лобном месте Аня сказала, что сейчас ты для меня, Айгуль, никто здесь. И общаться с тобой не хочу. И после этого ее молодой человек едет с ней на свидание. Ну, ты понимаешь, вот как бы сделал ошибку, действительно, сказав в Москве, не надо было этого говорить. Угу. В следующий раз будет умнее. Ну, ты сейчас хочешь подружиться с Аней, я не помню. В смысле подружиться? Я очень хорошо, я же ее знал раньше, и как бы... Ну, да. Я очень хорошо отношусь к ней. Ну, у тебя есть опыт, она тебя вот как женщина, тебя привлекает? Ну, как симпатичная женщина, конечно, ну, а что? Ну, если она тебе задает вопрос, Степа, у меня есть шанс, ты мне реально нравишься. Ну, а что, я зачем буду обманывать? Конечно, есть, что? Тебя не смущает то, что она такая маленькая, юная? Так я и не хочу ничего самого серьезного. Ты что говоришь-то? При этом, понимаешь, мне кажется, что все-таки влюбленность какая-то в тебя такая, ну, я не знаю, ну, что-то присутствует, потому что Москва, да? Ну, я, Лешка, все за ней бегают, семья Бузова меня очень любит. Ирина Александровна, мама их очень меня любит. Естественно, она как человек опытный, волей-неволей сложился стереотип, что я член семьи. Но она не смотрит на тебя, как на старшего брата. Она смотрит на тебя, как на мужчину, понимаешь? Ну, ты только появляешься в кухне, сразу все глаза на тебя. А только ты где-то, она сразу на тебя. Она тебе прям цепляется за тебя взглядом. Ну, влюбилась, наверное. Ну, влюбилась. И что тебе с этим делать? Не знаю, братуленька. Ну, ты сейчас сердце я, тоже... Я, главное, тебя никого не променяю. Все. Ну, что ты так долго копаешься? Я посуду стояла, мыла, руки это... Ну, чего? Посудомойщик. Вот так всегда. Тебе остается посуду мыть, а другим со Степой на свидание ходить. Ничего, мы же тоже ходили. У них дружеское свидание. Ты переживаешь? Честно сказать, конечно, неприятно немножко есть это, потому что каждая женщина это чувствует все равно, но такой сильной ревности у меня нету. Ну, пока нет, потому что Степа достаточно нету. Относится, мне кажется, равнодушно пока к Ане. Угу. Но ведь знаешь, как бывает, что люди пообщаются, какой-то смешной момент, какая-то, не знаю, волна настроения. И он может приехать уже заинтересованным. Ну, вот он поедет туда, приедет, я тоже хочу ему кое-что здесь приготовить. Ну, какой-нибудь сюрприз, я же не просто так. Слушай, ну, я тут узнала, что ты, оказывается, за Аней, которая вроде бы твоя соперница, тут чуть ли не ухаживаешь ей сегодня, она себя плохо чувствует. Да нет, она сегодня... Ты ей пытаешься как-то помочь. Это все произошло спонтанно? Нет, какой целый день? Нет. Вот сейчас лежали, мы сидим, и как-то мы с ней перекидываемся словами, особо мы с ней не разговариваем. Так, что-то спросить, что-то. И смотрю, мальчики стали, Люша над ней Москва. Но все равно я же все-таки человек, как-никак, как я же не какая-то там тварь.
И она заплакала, они на дне стоят. Я говорю, выйдите, говорю, я сейчас с ней поговорю, может, что-то у нее по-женски, у нее просто живот болит. Но я с ней поговорила, успокоила, обняла, говорю, не плачь, успокойся. Она прям плачет, прям слезы идут. И все. Потом она... Я Но говорю, это шло у тебя от души искренне? Конечно. Или, может быть, это какой-то такой продуманный ход? Нет, я тебе серьезно говорю, нет, Ксюша, нет. То есть не то, что ты хочешь показаться такой благородной, нет, что ты просто... даже готова ухаживать за... Я с ней буду общаться, как вот общаюсь, все, но я с ней дружить... Я такой человек, я не могу так, знаешь, вот дружить. Ну, то есть до свидания ты обязательно выходишь Анечку, чтобы она все-таки смогла поехать на свидание. Пускай едет. Здоровенько. Пускай едет. Не, выходи. Нет, вот здесь в этот момент не было никакого. Нет, в этот момент не было. Все, я ей поухаживала за ней. Ну ладно, дай ей настойки какой-нибудь травяной. А лучше поезжай вместе с ними, чтобы проследить, не станет ей ли там плохо, знаешь. Нет, я ничего не говорю, я хитренькая, у меня это есть. Я честно скажу. А может быть наоборот, Айгюль, может быть что-то как хитрая восточная женщина подсыпала ей в еду? Может, из-за этого у нее живот болит? Нет. Тёпка, тебя не отвлекаю? Нет. Ты тяжело, балабони, балабони. Чего страшного? Я просто такой человек, что я редко молчу. Я всегда люблю о чем-нибудь общаться, о чем-нибудь трындеть. Иногда даже не по делу. Да хорошо. Я не могу без общения. Единственное, что, знаешь, когда я вижу, что человек не хочет со мной общаться, я не навязываюсь. Но я могу, нет, если человек не хочет общаться, я могу сделать еще одну попытку. Да, я выпускаю руки, делай все равно. Делаю, что? Правильно. Я зажигаю. И к Андрюхе, и к Москве. Пробуй, пробуй, молодец. Не опускай руки. Ну а чего опускать руки? Я человек самодостаточный, я в себе уверена. А то, что пирожочек, да я от этого себя ущерба не чувствую. Я себя такой люблю. Я однажды похудела, знаешь как. Короче, ну просто на самом деле это было так, знаешь, ради принципа. Я похудела на 17 килограмм. Вот веришь, ни внутренний мой, ни мой внутренний мир, ни какие-то ощущения, вообще ничего не изменилось. Ухаживать за мной больше не стали, знаешь, там повышенного внимания не стало какого-то. Читает. А кто Шекспир это читает? Надюшка, хорошо, я сюда зашла, ребята, я нашла свои перчатки. Я нашел. Где они? Не, вот тут. Где? Вон, смотри, какие цветы вчера подарили. А это кому подарили? Это Инге подарили. Надюшка, который понравился и Алене. Ничего себе, столько цветов. Да. Вот он где. И что, они, и что, пришло с ними шутка? Холодно же, она 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот стаканчики тоже надо внести. 21. 21 рюсь подари. Вот эту бери. Вот так. Че, Инга, счастливая приехала? Да. Скажи, как ты вчера съездила на свидание? Я вчера съездила на свидание хорошо. Мы поговорили, очень теплый разговор у нас был такой. И со своей колокольни я могу сказать, что мальчик нерешительный и... на какие-то там такие действия, чтобы кому-то прийти, значит, за кем-то ухаживать, там вообще за кем-то. Не спасы, да? Он пока вообще не готов к этой мысли. Он себя подготавливает, я ему как бы говорила, объяснила более-менее, что здесь, что как. Он очень сильно сомневался, идти на проект или нет, поэтому, извините, я поехала туда, такие люди на проекте нужны. И... То есть это все ради проекта, Инга, нет, почему? Медаль тоже... тебе на грудь, да, и Алена, и все ребята тебя поблагодарят, думаете, что ты завербовала такого думаете, парня. Как хотите, в общем, он придет на проект, я его говорила, сказала, мы разговаривали о творчестве, о чем-то еще, потому что он творческий человек. Но он тебе больше понравился или все-таки чуть-чуть ты другого ожидала? Ксюш, он мне нравится по-прежнему, но вот, не знаю, пока нету той искры. А ты бы, вот смотри, Ксюш, ты бы сделала так, вот мы бы с тобой, например, дружили, да? Ну. И нам бы понравился один молодой человек. Я поехала. Я бы уехала зубы, например, лечить или что-то другое делать. Ты бы поехала так? А я бы вот предупредила, сказала и поехала бы. Ребят, ну что говорите? Это а ее личное сказала, дело. Я бы сказала, хотела бы ссориться со своей подругой за мужика. Значит, ты такая подруга, за мужика поссорилась. Он бы приехал и выбрал бы уже кто есть кто. В любом случае выберет мальчик, потому что две девочки. Так просто бы... Даже если бы Инга ничего для него не делала, но она ему понравилась, все равно они будут вместе. И так же с Аленой касается.
Не-не-не, это не очень некрасиво. Есть бабы, которые ради мужиков готовы с пятого этажа спрыгнуть. А есть, которые... Ну, если такому мужику такая баба нужна, то рано или поздно все равно с такой будет. Лучше сразу понять, что ему такая сумасшедшая. Баба, они не хотят селяться в доме? Кто? Ребятки. Почему не хотят? Ну, они не хотят селяться в доме. Кто не хочет? Почему? Степа, Сергей. А, ну, конечно, там вода не спускается, холодная вода замерзла, дверь не закрывается. А что, подождите, что они не хотят селяться в доме? Они не хотят, а что сказали? Через недельку. Сказали холодно. Ну хорошо, пусть им селяется, мы померзнем. А вы что, хотели выселиться? Хотели выступить, выступить домик? Хорошо, через неделю я не буду спать и буду драться до конца. А, вы хотели выступить? А вот с его стороны симпатия к тебе была какая-то? Ты увидела что-то? А, он заинтересовался, что ты ему интересен? Я с его стороны видела симпатию, но пока он... Судят обо мне просто как о симпатичной девушке. А что он сказал, вот честно, наверняка ты у него спросила, кто ему просто чисто внешне больше понравился, он сказал, ты или Аля? Что... Нет, он сказал, что мы обе пока ему больше всего симпатичны, пока мы его... Потому что он с нами обоими познакомился. И ребята совершенно безосновательно напали на меня вчера, и пришла просто какая-то аквариум с пираньями. Вот, да. Ну, Инга, но с другой стороны, ты пойми их тоже. Я уверена, тебе было бы так же неприятно. Ничего подлого я не сделала. Если бы была такая ситуация, что Алене он понравился, она с ним съездила на свидание, и в ее отсутствие, после ее свидания, я с ним встретилась, это да. А так одинаково. Мне ехали выбирать парня, и Андрею. Алена была просто советчиком. Нам одинаково понравился парень. И ничего подлого я не сделала. Тем более, что... Ну, посмотрим, как прореагирует Алена теперь. Она приедет, и мы все сами узнаем. Если Алена мудрая женщина, она все поймет. Они хитрые, мы хитрые также. Ну, вы хорошо холодно. Правильно Викторина говорила, что там аура Алены Водонаева в вашем доме не ходит. А Юля не хочет ваш дом. Слушай, я ничего не наговорила. Она сказала, что ты ей сказала, что в нашем домике аура Алены Водонаева. Это не я сказала, твоя Алена Водонаева там полтора года жила, и ты так понятно. Нет, а Юля сразу говорила, что не будет селяться в доме, где жила Алена. Ну, так она и сердце, это же не я жила. Если бы я о чем не говорила, хотел вселиться, так она вселилась. Но там она дольше всех жила. Все-таки ассоциация больше Степа Алена, домик номер 3. Там уже а домик номер 2, там царит одна любовь. Рома, Оля. Там Рома, Оля, да, ассоциация. Которая с ума по мне сходит. Слушай, ты партизан. Ты Анютке не сказал, что это ты ей розу подарил, да? Так это не я подарил. А кто? Леха. Ну ты же ставил. Ну ставил-то я. Она у меня в кровати лежала. Это мы уже потом спустились, поставили ее. А ты не знаешь, кто ее подарил? Леха. А что Леха отнекивается? Не я, не я. Ну блин, а что интересного? Я вчера видела, как он перед злобным бегал с цветами, да? Но я не думала, что... Я не видела, сколько там цветов. Это Леха ей подарил? Ну что, как ты чувствуешь, что соперник? Наверное, нет. Нет, потому что, мне кажется... Он ей не нравится просто. Да. Но, честно говоря, я Алёшке была другого мнения. Мне казалось, что он такой галантный, знаешь, такой вот... Ну, такой... в каждом из нас что-то есть такое. Мне тоже сначала казалось, что он такой вот прям, знаешь, он, железный человек. Он, оказывается, истерировать может. Да. И очень нехило. Может. Во всех нас есть слабости такие. Ты что ты беспокоишь, Стёпа Калманович? Надо, не знаю, приглашать ее общаться, гулять там, не знаю. Не, если бы я был одиночкой, я бы с ней тусил. У меня другая тактика, понимаешь? Ты вот, смотрю, беспокоишься, маешься там. Ты парень не стеснительный. Я не стеснительный. Здесь понимаешь, какая ситуация? Она откажет или проявит симпатию, наоборот, другому человеку и поставит мне, знаешь, расстояние. То есть я пошел, она сделает мне расстояние, дистанцию. Все, ну вот такие у нас отношения, дружеские, да, с понимаешь? Ты понимаешь, о чем я говорю? Я вообще не веду с экрана их там. Нет, если мне говорят нет, то я вообще еще завожусь еще больше. Слушай, она ребенок, 17 лет, но она развита очень сильно. Да, ну, я готов вот так смотреть на нее, мне очень нравится. Да, она офигенно, она мне самому нравится, я тащусь по ней. Классная девка. Знаешь ли ты, Москва, что ты очень симпатичен новой девушке Ли? Да, она вчера сказала, я думал, это Степ какой-то. У Ли нет никаких шансов. Ну, она совершенно не в моем вкусе. Мы останемся друзьями, она приятная в общении, но... Но она настойчивая такая, приятная. Я не знаю, видишь, обидеть можно так, что если сказать,
Нет, мы с тобой не построим отношения никакие, так мы вообще тогда общаться не будем, потому что это женское самолюбие будет задето. Ты боялся обидеть Наташу, которая испытывала тебе симпатию. Ты боялся. Нет, знаешь, с Наташей было такое. В итоге девушки думали, что ты с ним строишь любовь, но как-то. Да, черт побери, как я мог давать, если на ловном несколько. Ты с ним находился. Я нахожусь. Потому что мне приятно общаться из всех девчонок. Почему Андрей Чуев всегда должен, может дать понять, что она не нравится? Потому что он может сказать, я не знаю, какими-то умными словами. Наверное, мне не дано так говорить. Может, из-за страха за себя. Может, я тоже как-то... Понимаешь, они теряют время с тобой, а потом уходят с проекта. Вот и все. Вот чтобы такого не было. И ты думаешь, что лучше говорить сразу нет и нет? Лучше всегда говорить правду, причем сразу. Это же и есть правда. Какими словами она сказана? Если на лобном месте я несколько раз говорил, что здесь нету еще девушки, с которой мне хотелось бы построить отношения. Вот так это... и Аня посмотрит на тебя, поймет, что ты ни рыба, ни мясо, и уйдет от тебя к более решительному мужчине. Может, Москва. Здесь все говорят о таком, добейся своего счастья. Хоть да, какого-то человека мне покажите, кто добился. Или вот на самом деле, ты здесь полтора года видела, кто здесь чего добивался. У меня не было никакой симпатии вообще. И человек добился. Ну вот как такое может быть? Знаешь, наверное, ты ему нравилась настолько, что прямо-таки у меня было такое, знаешь, я год сох по девчонке, я писал стихи, я покупал на последние деньги цветы. Было такое, если бы у нее хотя бы изначально было такое, что ну не противен, может быть и у меня что-то получилось. Здесь мы говорим только о симпатии. Ну, понятно. А вот ты говоришь, допустим, когда он начинает оскорблять, чтобы он этого дальше не делал. Он тебя сильно, что ли, так оскорбляет? Да. И уже не первый раз. Вот вы этих терминатора? Не только, этих жестких, это видно. Мне ничего это не устраивает, я девушка. Нет, просто подойти и сказать, Руслан, спокойным тоном, я не хочу, чтобы ты меня так назвал. Аюм, это мы разговаривали, эту тему уводили на лобное место. Он и Александров обещал на лобном месте, он мне обещал 100 000 раз. Там надо хитростью брать, Аюм, уже словами бесполезно. Ну так конкретно, допустим, идет уже оскорбление. И как в этой ситуации оказаться на высоте, не поддастся и в то же время разрешить ситуацию, чтобы это не как будто... зависит от ситуации, смотря что он будет. Ну вот как сейчас, оскорбляет. Например, если бы он мне что-нибудь сказал, я бы сказала бы. У вас другой. Я не могу, да, вот я не могу тогда еще ведь, может, это другой человек. Ну это понятно, но... Я бы, во-первых, не кричала бы. Ну так это понятно. Во-вторых, бы ушла бы, что-нибудь красиво ответила бы и ушла бы. Ты постарайся не конфликтовать ни с кем. Так я не конфликтую, я просто стою, ты видишь мой, он начинает презираться. А, ты скажи, Руслан, твое мнение оставь его при себе. И все, такое лицо сделала, как будто тебе пофигу. Поняла? Он все равно... если ты повышенное внимание задаешь людям, значит, уже они начинают, да, им это нравится. Айгюн, я делала уже эти варианты. Ну тогда вот... я уже не знаю, Маш, что мне сказать еще. Ты вчера очень откровенно поговорила с Москвой, насколько я знаю, и достаточно открыто заявила о своих симпатиях. А чем он тебя заинтересовал? Вот это его энергетика. Вот я не могу понять, вот почему некоторые люди ее не видят. Вот этот блеск в глазах, энергетика, это такой живчик. Меня это так зацепило. И с ним общаться просто одно удовольствие. Потому что, во-первых, это такой неглупый человек. Я не говорила, что он глупый, но я не ожидала такого. Почему? Потому что, когда я шла на проект, я смотрела проект, да, просто ради интереса решил найти вот типаж своего мужчины. И было два мальчика, о которых я так даже не думала. То есть даже не рассматривала как категорически нет. Просто не подумала, это Степа и Москва. То, что мне понравился Москва, для меня это на самом деле, это шок. Я этого не ожидала. Но я решила, во-первых, Москве нравится Анюта. Анюта нравится мне, как девчонка. Мне было бы намного проще, если бы она мне не нравилась. Я бы проявила свою природную наглость. Слушай, мне как раз нравится наоборот твоя активность. Ты большая умничка, что ты борешься за свое счастье, что ты не боишься делать такие признания. Это очень хорошо. А чего бояться, вот скажи? Лучше будет лучше, если потом я буду жалеть, что я этого не сказала. Ну, за этим какие-то активные действия последуют? Нет, я действий предпринимать не буду никаких. Почему? Потому что вот тут играет роль один очень априори важный фактор. Я не подхожу ему по типажу. Это не его типаж. Ну да, ситуация сложная. Раз ты не его типаж, значит, вряд ли у вас что-то получится. Если ты, тем более, сама это понимаешь. Я особо не расстраиваюсь. Почему? Потому что я очень рада, что я ему об этом сказала. А чего будешь делать-то? Ну, сказала. Ну, типаж не его. Что теперь, что дальше? Я буду присматриваться к мальчикам.
Я все-таки, честно говоря, я в душе еще как-то лелею надежду на то, что, может быть, Андрюха ко мне присмотрится. А если нет, то я думаю, что при моей активности я без молодого человека не останусь. Хорошо. Но в следующий раз такие лицемерные вещи мне не делай. Какие лицемерные вещи? О чем ты говоришь? Какие? Да. На людях не надо себя так вести со мной. Алло, Тахир? Да. Здравствуйте, это Мария Политова. О, здравствуй, Маш. Я получила твой диск и немного не поняла. Хотела бы с тобой поподробнее поговорить. Ну, давай поговорим. Ну, что ты хотел сказать вот в этом диске? Какие у тебя ко мне намерения? Я хотел тебе этой песней сказать, что ты мне симпатична. Это понятно. И ты хочешь прийти сюда на проект, да? Я хочу не то, чтобы пойти на проект, как бы, я хочу построить с тобой хоть что-то, ну, хоть какие-то отношения, понимаешь? Да, понимаю. Ты мне симпатична, и я бы хотел бы с тобой поближе пообщаться. Стёп. Поговорим. Значит, мы претендуем на дом. А что тебя подтолкнуло? Что? Из-за того, что я стала возникать? Ну, конечно. Только честно скажи. Ну, конечно. А если бы я не возникала, мы бы не заселились. Правильно же? Почему? Я бы спокойно сказала, да, я хорошо. Просто тебе как вариант это предложил. Хорошо. Но в следующий раз такие лицемерные вещи мне не делай. Какие лицемерные вот такие вещи? О чем ты говоришь? Какие? Да. На людях не надо себя так вести со мной. Как я себя веду? Вот так. Как сказал вот мне в комнате, что ты не хотел, потому что очень холодно. Надо было так и говорить. А ты на кухне уже говорил другое. Понимаешь, не, ну, это я неприятно. Говорю, потому что начала возмущаться, что мы как, вот договорились. Ну, все равно, это неприятно. Я думаю, ну, ладно, хорошо. Мне это было неприятно. Да я понял тебя. И ты был неправ. И не надо сейчас стараться меня обвинить. Надо да я не обвиняю тебя. Вот и все, надо ты меня не обвиняй сейчас. Сиди молча, играй, и лучше признай, что ты тоже виноват. А не я надо никого на меня нападать. Я не обвиняю вообще. Здесь другое говорит, на кухне другое, что все думают, что я какая-то дура, блин. Да не дура ты. Слава богу, далеко не дура. Привет, Тахир. Здравствуй, Андрей. Ну, что там случилось, что на разборке? Ну, я просто хотел бы сказать, что если я, ну, вдруг я попаду на проект, и как да. бы, я уже иду к Маше Политовой, у меня определенная цель. А этот человек мне понравился, и я бы хотел бы, чтобы вы, там, ребята, кто есть, как бы не обижали ее тогда, когда я буду находиться рядом с ней. И пока она будет моей девушкой, можно сказать, или подругой, то вы как бы, чтобы старались не говорить в ее адрес плохих слов. Хорошо, ну а если вдруг мы не сможем все-таки сдержаться, и некоторые Машины, даже и некоторые Машины поступки, знаешь, нет, каждый... а Машины поступки уже я буду с ней сам разговаривать, и мы будем уже обсуждать, что ей нужно говорить, а что ей не нужно говорить. И как бы это уже я буду с ней разговаривать. Если она что-то сделает такого нехорошего, то как бы вы в первую очередь должны будете сообщить это мне. И уже с ней разбираться должен буду я. Потому что я как бы буду иметь больше прав, нежели вы. Это естественно, правильно же, если она будет моей девушкой? Не, ну, в принципе, да, мы с тобой согласны. Ну, а так тебе, в принципе, проект вообще не нужен, только если Машонка, да? Ну, если Маша, как сказать, если я ее не добьюсь, я чисто вот и тебе говорю, так как ты пацан, ты реально пацан, я наблюдаю за тобой и только тебя уважаю. Ну, не только тебя, а ты, как сказать, фаворит в уважении из всех. И... я тебе заявляю, что если она уйдет с проекта, то я уйду за ней. Или если я, как бы сказать, не добьюсь ее, то я собираюсь, ну, на первом же голосовании, можете голосовать против меня, я, в общем-то, от этого париться не буду, потому что я иду в первую очередь к Маше. Мороз на улице минус 30, а наши ведущие без шапок. Сдается мне, что скоро в больницу поступят новые пострадальцы менингитом. Да, вы знаете. Встречайте наши две
самоотверженный ведущий. Беречь, что там особо нечего, кроме волос. Поэтому можно не беспокоиться. Нет, в отличие от Олечки Бузовой, я этим не грешу. Извини, Андрюша, не угадал. Ну, да все не об этом сейчас. Не об Олечке, даже не об Аленочке, и даже не об Анечке. А о женщине, которые вчера сделали даже чисто врачебное замечание. Мы говорим о Маше Политовой. Машенька, можно задать тебе один очень простой вопрос. Да. А кому ты сегодня звонила, солнышко? Ну, Ксюш, вчера Инга ездила на свидание. И там мне передали диск. На диске оказался телефон. И сегодня я позвонила. И что же тебе там сказали? Ну, ты знаешь, он говорил достаточно правильные вещи, но дело в том, что я его видела на кастинге. И что, и он тебе опять не подошел? Ну, ты знаешь, я не могу. Лично мне показалось, что нет, но я с ним не общалась. Он сказал, что он изменился, так что я не знаю. Что за он? Расскажи об этом. Мальчика зовут Тахир. Как? Тахир. Тагир, мне он уже нравится, так. Только Тагир может с тобой справиться. Это друг с Ирана, я чувствую. Он сказал, что он будет защищать меня от Андрея Чуева, от других ребят. И если я буду делать что-то неправильно, он будет говорить об этом сначала мне, потом уже всем остальным. Так что я хочу, чтобы он пришел на проект. Единственное, что меня смутило, что он похож на меня. Также поет песни, также... Маш, человек, который, знаешь, во-первых, сходство с тобой любого бы смутило, это я честно. Вот скажу, я об этом говорю. А во-вторых, человек, который на тебя был бы не похож, вряд ли бы смог с тобой общаться, Маша. Это тоже надо иметь в виду. Ну так что пускай приходит на проект, мы на него посмотрим. Ребят, сейчас все-таки, я думаю, что мы обязательно встретимся с твоим молодым человеком, Маш. Хотелось бы поговорить с Аней и со Степой. Ребят, вы находитесь в предвкушении свидания. Степа, волнуешься? Бабочки в животе летают? Ну, конечно, в предвкушении. Сейчас мы поедем после лобного места сразу же на дружеское свидание. А Юль, ты тоже в предвкушении? Ну, да. Ну, тогда замечательно. Давайте в предвкушении этого замечательного события все-таки вернемся к главной теме лобного места нашего сегодняшнего. Это, конечно же, голосование за VIP-домики. Я хочу еще раз, чтобы пары обозначили себя. Кто сегодня у нас претендует на вселение? Так, я так понимаю, что Настя и Сэм, вы претендуете. Конечно, претендуем. В твоем лице. Виктория, Володя и Оксана, вы претендуете. Виктория и Андрей, вы тоже претендуете? Мы претендуем, но там такой дубак. Да. А это ваш дом, согревайте. Ой, по-моему, сейчас. Руслан специально. Сейчас там так плохо, конечно, такой дубак, чтобы никто не заселялся. Там дубак. Хорошо. Скажи, пожалуйста, Степа и Айгюль, вы претендуете? А то у вас сегодня такая была непонятная с этим ситуация. Нет, сегодня мы не претендуем. Почему? Так, ну, потому что, вот, несмотря на то, что это VIP-домик, как бы, жилье для двоих, там, тем не менее, замерз унитаз, вот, в связи с холодами. А может быть, просто в предвкушении свидания с Аней ты решил не спешить, Степ? А, ну, ты знаешь, очень проницательный человек, но в этом случае ты ошибаешься. Хорошо, но ведь погода может завтра измениться, вдруг потеплеет, такую возможность потеряете. Ну, ничего страшного, же на неделю всего лишь. Ну, хорошо. Тогда все остается как есть, а мы увидимся с вами сразу после... Не-не-не, мне еще должен сказать. Давай. Говори, Ром. Дело в том, что завтра состоится та самая дата, которую Оля так готовилась долго, слезливо. Это полтора года нашим отношениям. И я хочу пригласить ее завтра на, я бы не сказал романтическое, наверное, на больше увлекательное и эмоциональное свидание. А также хочу, чтобы в качестве сопровождающих с нами поехали Степа и Аня. Сопровождающие согласны? То есть мы сегодня поедем, еще и завтра? А, завтра? Да, и сегодня, и завтра. А потом вы послезавтра, может быть, поедете. А потом в домик ну, значит, послезавтра-то мы еще подумаем. Ну, а так-то, в принципе, что не съездить-то? У Айгюль совета спрашивать не будешь? Так это же у меня золото женщина. Да, вечно молчит. Ну, хорошо, вечно молчащее золото продолжает молчать. А мы увидимся с вами сразу после рекламы. Поедешь, ах, влюбишься.
За уши не оттащишь. Степка же он вон какой. Какой? Знаменитость. Просто получается, что ты вторая Алена, они за свою Олечку, за Анечку, конечно же, будут. Я со Степой буду разговаривать. Да. Только так. Думаешь, Маша, я так останусь? Конечно, нет. Интересно, ой, как у меня женщина золото, женщина сидит. Не спрашивай ее. Я тебя поддержу. Да как что, слова и крики – это серебро, а молчание – это золото. Ну, иногда можно так промолчать, и все, извините, все богатство, которое рядом с тобой, так же и уйдет, и ты так же и промолчишь. Как уйдет, так и придут. И останешься с слитком золота, сидящая одна. Поедешь, ах, влюбишься, за уши не оттащишь. Степка же он вон какой. Какой? Знаменитость. Нет, настолько знаменитость вообще по барабану. Мне он нравится как личность. У меня молодой человек, что думаешь, какой-то 3 года я встречалась с молодым человеком, и он никем не был, он зарабатывает 300 долларов, не может мне обеспечить ничего. Твой интерес можно и понять, но все равно же. Ну, неприятненько, но еще скрывать-то я буду. И, блин, еще же видишь, я бы так и в принципе, никаких неприятностей бы не было. Очень, мне кажется, непрочный брак между Степой и Айгюль. Или, может, просто сама Айгюль это так накрутила, сама вот так вот вскипешилась, вух. Говорит, я спокойно. Изначально начиналось так, что она говорила, я спокойно, все будет здорово. И чем ближе приближался тот день, тем она прямо пах-пах-пах-пах-пах. Человек обычно возбуждается и паникует, если действительно есть повод. А какой есть повод? Повод то, что ко всему Айгюль не глупая такая, и может быть, хоть она и говорит, что Степе с ней хорошо. А как на самом деле, может, интуитивно она чувствует, что совсем и нехорошо. Семейство Бузова-Третьяковых там наседает тоже. Это я же так это и не стала. Друзья семьи. Просто получается, что ты вторая Алена, они за свою Олечку, за Анечку, конечно же, будут. Я со Степой буду разговаривать. Да. Только так и нет. Думаешь, Маша, я так останусь? Конечно, нет. Зная тебя, это не спираться? Да, конечно. Тебе помочь? Ты куда пойдешь? Не знаю, что я буду делать. Посижу, к Вовке в гости схожу, наверное. Привет, передавай мне. Конечно, передам. Давай. Благословлять не буду. Не дождешься. Милая улыбка, но вместе с тем... Что вместе с тем? Нет вам прощения. Что ж, в домиках осталось все по-прежнему, а вот Степану Меньшикову предстоит разобраться со своими женщинами. И мы увидимся завтра на телеканале ТНТ. И это был телепроект «Дом-2. Построй свою любовь». Как-то летом мы приехали сюда за проектом. Наблюдаю вся страна. Мы мечтали все 5 кастингов пройти и остаться. Чтоб любовь свою найти, 15 клёвых людей на проекте «Дом-2». С нами Ксения Собчак и Ксюша Бородина.